Сегодня мы выбираем самую красивую девушку. Вот смотри, у меня тут есть такой списочек, да, вот фотографии. Вот скажи, если бы, допустим, ты был олигархом, кого бы ты бы из них выбрал и сколько бы ты заплатил ей за первое место? Проголосовал бы за эту, уже давали листик. Шесть на обороте тоже есть девчонки. А на обороте я не видел, так. Сейчас посмотрим. Ну вот это вроде. Скажи, сколько бы ты заплатил ей, чтобы она стала первое место сегодня заняла? Ну я не знаю даже, я даже суммы не знаю какие. Ну 100 тысяч пускай будет. Опустим девушек, положим ее в карман. Скажи, как с тобой знакомятся девушки в клубе? В основном секс-охоту открывают на меня. Еще раз. В основном секс-охоту открывают, все фоткаются. Секс предлагают, скажи? В клубе, конечно же, нет на открытую, а втихаря, смотря какие девушки. Какие тебе вообще нравятся? Блондинки, брюнетки. Фигуристые, я не знаю, но поподробнее. Ну, с фигурой, с грудью, естественно, как любому мужику. Красавчик. Вань, снято, четко.